Американские демократы, судя по всему, будут немного разочарованы выборами в Сенат. Подсчет голосов еще продолжается, но, похоже, надежды Демократической партии США получить контроль над Верхней палатой Конгресса не оправдаются. Это стало ясно, в частности, после того, как сенатор Сьюзен Коллинз смогла переизбраться на очередной срок от штата Мэн, и еще в нескольких других штатах действующие сенаторы-республиканцы победили на выборах своих соперников-демократов. Демократы пока обеспечили себе 46 мест в Сенате, у республиканцев 48. В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с двумя независимыми кандидатами 47. Между тем, как и ожидалось, демократы уверенно продвигаются к сохранению большинства в Палате представителей Конгресса США, но оно, похоже, сократится. На данный момент у них 204 места, в то время как у республиканцев 190. Для контроля над Нижней палатой необходимо иметь в распоряжении 218 мест из 435. По итогам промежуточных выборов в 2018 году демократы в Палате представителей получили большинство. Они занимали там 232 места, республиканцы – 197. Одно место было у члена либертарианской партии, еще 5 были вакантами. Прошедшие 3 ноября выборы отличает высокая активность избирателей. По прогнозам экспертов, она может достичь рекордного показателя в 150 миллионов и даже выше.